Йога, с вами Шумаки, мы продолжаем пройти игру под названием Balance Dead или Спокойная Смерть. Окей, мы с вами стали судьей, теперь мы Око Саурона, и теперь мы продолжаем решать судьбы. Это у нас четвертая неделя, у нас, в принципе, осталось еще 1, 2, 3, 4, 4 недели. И конец игры. Надо же, какое чудо, жнец. Оказывается, люди научились отказываться от тех, кому поклоняются. Так как мы здесь за равноправием, то отказывавшись от Библии, мы не можем отправить в ад. А отказывавшись от книги сатаны, в рай. Не понял. Это было бы несправедливо. Так как мы здесь за равноправие, то отказавшись от Библии, мы не можем отправлять в ад. Ага. Поэтому все, кто бросает свою любимую книгу, отправляй в чистилище. В вечной темноте нашего чистилища книги не нужны. Приступай. Рога. Рога, рога, кровь. Чистилище, рога. Коза, коза. Чистилище. Ошибся. Рай. Глаза сияют, худощавый подбрился, который дам. Рай. Кажется, это за него, да, говорили? А не, у того не было этого. Ладно. Бросил оружие, кровь на теле исчезла. А где там? Пускай. Широко улыбается, не провокал. Так, Калимбур, коротко держит священную книгу, блин, да. Карлинку подозвала шутка, я решила улыбку, думаю, его дам. Катастрофу. О, вечеринка писаю, мафия. Мафия. Мафия, мафия, мафия. Хо, здорово! Микеланджело, любитель пиццы, эх ты. Настоящий любитель пиццы. Когда он их уже простит? Что не используют его знак вот это. Микеланджело. Так, поехали. Играть. А ты, как любой бывший безработный, знаешь, что выходные дни, они были изобретены вместе с работой, вместе с ленью. Но вместе с выходными днями люди изобрели алкоголь и бухлишком. Многие попадают сюда именно по этой причине, не по причине выходных, а из-за пьянства. Так вот, отныне все, кто приходит к нам с бутылкой горячительного напитка, крепко держит его в своих лапках, должен быть отправлен в ад. Ехо-хо. Рай. Готово. Дуэль. Сильно восхлом, божился свет, глаз нет. А, мешает рукой, красные глаза, бросил. Красные глаза нет. Чистилище. Блин, из-за него я не успеваю своей работой заняться. Бля. Чё-то я не увидел, что... Где забывай про этот листочек?
Ура, это же безопасный, так ведь предмет. Опять. Рога. Рога. Ничего. Лица. Свет в глазах. Клянчево. В темницу. Темница. Рай. Не понимаю, где находится ковры из носа. Ковыряется в носу, блядь, так, а паспорт? Нет. А на голове весь в ожогах, божественный свет в глазах? Нет. Не выкинул бухло, идешь в ад. Чистилище. Ай. Ай. Готово. На А. На А выполнено. Адекват. Я теперь адекват. Строгие правила проявления чужого всадника в своем поражении. Окей. Чистилище. Потянул жнец. Они так застолбили за собой черный свет глаз. Черный? Да-да, сверхъестественное. Говорит нам, что черные глаза признак демона. Но это совсем другая история. Или совсем другая игра. Все, у кого глаза светлые черными цветом, должны быть отправлены в чистилище. Давай. Небольшие рожки больше. Нет. Мне нужна тёлка с микрофоном или с бухлом. Ты чё, офигел? Вали тогда. Так. Он подарил мне карандаш, кровь на теле исчезла, бросил оружие, танцую, думаю, его в рай, да. В смысле? Он же бросил оружие. Сука. Крепко держит книгу сатаны. Блин, а я не понял, где я там ошибся. Война за независимость. Так, здесь нужно быть осторожным. Не спешить. Время есть подумать. Подумать, время есть. Знаете, что всех, кого мы встречали, они никогда еще не выкидывали этот. Как он называется? Ну вы поняли. Алкоголь. Никто не выкинул. Ковыряется в носу, кровь на теле исчезла, хочет обниматься, отправляется в рай. Почему? Вот второй раз у меня аж такая же ошибка. У меня три ошибки, это на... А ну на ладно. Я здесь тоже отсылки не вижу. Жнец, я знаю, тебе не чуждо милосердие. Я решил ням-ням посвятить один из дней голодающие дети. Ням-ням. Но завтра весь свой день я проведу в спортзале. Не хочешь отработать рабочий день в мою пользу? Вознаграждение и ням-ням хочет все тебе. Давай. Всем починка. Всем пончиков, ням-ням-ням. Награда после работы. Поехали. Money. Хотелось бы мне, конечно, согласиться с заданием, но сегодня ждет нес, но я как работодатель понимаю наших клиентов.
Нужда денег свойственна нам, управляющим, но, увы, не всем так могущественным и не уйду... Так. И не подвержены алчности, как я. Любые существа с богатством в руках должны быть отправлены вместе с ним в ад. Давай, давай, время, деньги. Ладно, давай. Показал паспорт, бросил оружие, бросил... Так, кровь на теле исчезла, отправьте в ад, нет. Рай. Кровь под ногами смылась, не понимает, где находится, кровь на теле исчезла, думаю, его в ад нет. Рай. Почему? Я не понял, почему. У него же ничего не было. Давай потом на повторе посмотрю. Насчет ритм не врубился. Напевает коленку и широко улыбается, смотрит на меня, думаю, его в ад нет. Тун-тун-тун. Готово. Ват. Рай. Ах, ты чё, моё? Это плохо, это плохо. Может, они не могут их выбрасывать? Ну да, они, походу, не могут выбрасывать, и нам не говорили, что... Показалось, паспорт крепко держит священную книгу в руках, хочет чашку кофе, нет. Чистилище. Ад. Фух, ладно, нормально идем. Главное, что адекват, теперь я гроза злодеев. Ничего себе. Изобилие. Плевать. Играть. Люди забрали первого короля, жнец. Ты свидетель. Короли — это те же люди, но они управляют другими людьми по их собственному желанию. Некоторые из королей и людей ставят себя неоправданно выше других. Подвергайся одному из грехов — гордыни. Нет, это не как всадники апокалипсиса, так что за взгляд. Хватит, так, слушай новые правила. Существо с короной на голове должно быть отправлено к нему, к себе подобным. Ват. Давай, вассал, исполняй свои обязанности. Так. Нафига так сложно? Так, вот это уже начинается... Хотя... Нормально. Но время хотя бы не забирается во время всего. Так, громко пугнул, кровь по ногам смылась, бросил оружие, думаю, его в ад нет. А, королей точно, я забыл. Так она книгу держала в руках. Чё за бред? Она держала книгу. Я уже чертей на небо отправляю. Я хорош.
Чешет затылок, не отдает оружие, ищет к себе кровь на теле. Но он не отдает же оружие. Наставные алкогольники в Ирландии. Лепрекон. Чистилище. Рай. Чистилище. Чистилище. Рай. 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 Ад. 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 Кровь под ногами смылась. Под взорвалом. Бросил оружие, думаю, в рай, да. Почему он бросил оружие? Он бросил оружие, он... Что за бред? Колонисты высадились на материке буквально вот несколько лет назад от текущей временной точки. Они начали осваивать земли, а для того, чтобы освободить их от туземцев, колонисты решили подарить им шарфы и одеяло, зараженное смертельным вирусом. Без чумы тут не обошлось, разумеется. Мы можем помочь как туземцам, так и себе избавить нас от лишней работы, или сократить количество жертв. Для этого тебе нужно ослабить вирус, требуемый финансированием. Давай, у нас все равно их много. Все во имя нашего блага. Благодарю. Повторить. Давай, поехали. Я хорош, я знаю. Это разве не он был? Чешет зад, божественность в глазах. Ай, боже мой. Пытаешься играть осторожно, в конце концов кровь под ногами смылась. Обмочил штаны, руки в карманах, бросил сэндвич, отправить его в ад. Нет! Рай. Чистилище. Чистилище. Ад. 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 Рай. Ад. Чистилище. Ад. Чистилище. Ад. Ад. Снова с Наполеоном. Ладно, не спешим. Чистилище. Чистилище. Рай. Ад. Чистилище. Рай. Чистилище. Ад. 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 Рай. Ад. 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 Рай. Чистилище. Рай. Чистилище. Давай, сейчас здесь лоханусь и все. Чё-то я не врубаюсь. Врубился. Ого, да, ого, еле выполнил. Праздник будущего, жнец, выглядит именно таким в глазах людей. Косметические войны, далекие галактики, но для тебя это лишь выходной рабочий день с применением твоих огромных познаний. Полетели. Кровь под ногами смылась. Потерял интерес, все тело в крови. Думаю, чистилище. Нет. Нифига себе костюм. Как
Пришельцы. Это космодесантники из этого. Забыл игру. Гервор. Нет, не помню. Это из Mass Effect. Это обычный космонавт. Плачет, чешет зад, бросил пончики, не хочет в чистилище отправить. А, чистилище нет. Космодесантники. Машет рукой, кровь на теле исчезла, бросил и сэндвич отправить в чистилище, да. Так, нужна троечка. Нужна троечка и ноль. И четверочка. Блять, четверка тут нахер. Готово. Ну и отправляйся в ад. Рай. Ад. Рай. Ад. Чистилище. Ад. Глаза сияют, худощавый. Пытался попасть. Блин, отправиться, да. Рай. 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 Чистилище. Чистилище. Хлопает в ладоши, облачил штаны, попросил за... Так, закурить. Ну, закурить нам ничего не говорили, так ведь. Пойдем нормально. Бросил оружие, кровь на теле. Так, исчезла, отправить. Терна нет. Чистилище. Готово. Изи, рабочий день. Конечно, только на Б выполнил. Зеркало сразу отменяем. Пятая неделя. Поехали. Знаешь, нет, иногда очень бывает полезным сказать нет чему-то, что приносит тебе счастье, но и не идет по полю за твоей жизни. Настроение у меня сегодня такое, хочется даже, не знаю, дать шанс тем же алкоголикам. Давайте с сегодняшнего дня все, кто отказывается от спиртного и... Так, разжимает руки, будут отправлены в чистилище. А чего я спрашиваю? Это теперь новое правило? Начинаю свой день, жнец. Ах да. Прошел слух о десанте войны. Будь начеку. Нифига себе. Жнец, прием своей судьбы. Так. Кровь на теле исчезла. Напевает калинку. Так, грустит. На голове корона. Нет. Так, мне нужно Эйнштейна только, да? Эйнштейн и Фронштейн. Не, вот это было странно, то, что, типа... Какой-то другой челик ко мне пришел такой. Так, мне нужно десантную рыбу, да, туда кинуть? Вот тебе. Кровь под ногами смылась. Щупает себя крепко, держит книгу сатана. Я думаю, его чистилища нет. Будь начеку. Я так начеку на самом деле. Так,
Так, пока что все идет в порядке. Так, кавалерия становится под рулак, гроза до моего чистилища. Нет. Ад. Кровь на теле исчезла, бросил пончик, хлопает в ладоши. Да. Ни хера себе с выдышкой даже. Так, конечно, была этот. Королевская ее фигня. Разу нет? Блин, теперь на меня будет война нападает. Ты сам по себе жнец. А вы видели, когда вот этот он появился? Здесь был, короче, значок из карателей. Я теперь каратель. А, значок этого Билла Фишера из Gravity Falls. Я сильно похудел в последнее время, жнец, и совсем не могу продолжить работать. Мне нужно подкрепиться, но работа не позволяет мне даже легко позавтракать. Поэтому, жнец, у меня к тебе предложение. Поработай в мою пользу. Завтра и... А я тебе вознагражду. Ням-ням. Две мясные котлеты, гриль, специальный соус, сыр. Сыр, награда после работы. Страх многих живущих на планете вырывается наружу. Британские ученые при разработке лекарства от гриппа совершили ошибку с подачей чумы. Конечно же, и открыли совсем не то, что хотелось. Теперь Лондон погружен в грустный туман. Там густой туман и населен зомби. Но не все потеряны, жнец. Укушенные, но не так, превращенные люди еще можно спасти. Точнее, одолеть их превращение. Мы связались с неким Кайлом Крейном. И ему нужна наша помощь в транспортировке работающего антидота. Твоими руками ничего достать мы не можем, но есть одна бесстрашная курьерская служба, которая готова выполнить эту работу. Это стоит немного денег, что скажешь? Отлично, жнец, это все ради меня и тебя. Поехали. У меня появилась отличная идея, как мы можем улучшить свои и без такого состояния. Давай бороться с проблемой теми же средствами, которыми эти проблемы порождаются. Если существо готово расстаться со своим богатством, отказавшись от алчности, в пользу очистки своей собственной совести, отправляй его в чистилище. Понял. Отказ от богатства обеспечивает пропуск на искупление греха. Что? Алчность? Нет, мы не такие. Давай без личных вопросов, жнец, начинай работу. Ах да, жнец, я полагаю, ты не боишься крыс. А, нифига, они типа могли на лифт сесть? Так, чешу зад, крепко держу священную книгу, нет. Так, мне нужен мужик-повар, да? Мама в ванне бросила оружие. А, нет. Чистилище, рай. Нет, я ошибся. Я и со вторым ошибся, ё-моё. Гиги. Божественный свет глаз, громко, нет. Катастрофа. Космодесанты другие. Начинается. Космодесант, чистилище. О, это что такое?
Раз это удар. Чистилище. Манать. Успел, фух. А, рай. Ошибка. Ладно, не страшно. А, это была не смертельная ошибка. Фух, на Б где-то или на С выполнил. Надо же. По минус. Так, а что у нас там? Ну, слушайте, в принципе, у нас уже с вами серия закончилась. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.